Все прекрасно знают о том, что наш любимый российский певец Николай Носков долгое время борется с тяжелой болезнью. Многие узнали об этом и начали рыдать. Многие до сих пор следят за его жизнью и являются его поклонниками и большими фанатами. Сегодня рано утром один из российских телеграм-каналов сообщает нам трагическую новость. В этой новости говорится, что сегодня ночью у Николая Носкова случился приступ. Его на скорой помощи доставили в одну из больниц города, где он сейчас и находится. За ним наблюдают лучшие врачи и оказывают ему всяческую медицинскую помощь. Информации пока очень мало, друзья. Мы следим за развитием событий, мы уже связались с друзьями и знакомыми Николая Носкова. Но те пока ничего не хотят об этом говорить. Будем надеяться только на лучшее. Рекомендую вам подписаться на наш YouTube-канал. Нажать на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить тот выпуск, который мы приготовили для вас. Будьте всегда с нами, дорогие наши друзья. И до скорых встреч вам на нашем YouTube-канале.